На северной петле Нюрбургринга произошло массовое ДТП. 3 человека пострадали в массовой аварии на северной петле Нюрбургринга. Столкнулись сразу 14 автомобилей. По информации, представленной на сайте Bridge2Gantry, причиной массового столкновения стала утечка охлаждающей жидкости у Porsche 911 GT3 RS. Участники заезда не смогли затормозить перед поворотом Хейпзанбок и потеряли управление. В столкновении пострадали 3 человека. В последнем крупном ДТП на северной петле столкнулись 10 автомобилей. Случилось это в августе текущего года на участке Фьюзерхр, Лисья гора. Причиной послужила утечка масла у суперкара McLaren 650S. Тогда пострадавших было больше. Серьезные травмы получили 4 гонщиков из 10. На место происшествия прибыло 30 сотрудников экстренных служб, 5 автомобилей скорой помощи и 2 вертолета. До 1976 года северная петля принимала Формулу-1. Сейчас на 23-километровом треке гоночного комплекса в Нюрбургринге проходит марафон 24 часа Нюрбургринга. По материалам сайта newsgra.com.